быть или не быть? В нашем шоу такой вопрос не стоит перед знатоком Шекспира и вокальным полиглотом. Встречайте, Александр Белерян! Рад тебя видеть. Здравствуйте. О, какие брюки. Это клетка. Какая блестящая клетка. Слушай, ты сегодня прям какой-то, знаешь, итальянец такой. Челентано. Похоже. Да, да. Сразу хочет. Бонжорно, Италия, кон спагетти аль венте. И кон ла крема да барбалям. Спасибо, что убрал слюну. Вот. Саш. Ну, я вижу, ты так уже пребываешь в звездном состоянии, да? Звезда ты уже или нет? Ну, скоро буду. Ну, ты знаешь, что такое бывает? Вот звездная болезнь. Нет. Нет, да? Ну, это знаешь, когда вот артист так много показывает, и он так много выступает. А, ну, сейчас неудачную интонацию взял. Вот. Ну, в общем, знаешь, когда артист такой известный, начинает любить... Не искусство в себе, а себя в искусстве. Я сейчас не слышу. Не искусство в себе, а себя в искусство. Да. Что ты больше любишь, искусство в себе или себя в искусстве? Искусство в себе. Молодец. Мозг. Искусство в себе. Правильный ответ у меня. Да, у тебя. Давай проверим, звезда ты или нет. Ну, давайте проверим. А, попробуй крикнуть. Охрана, уберите его. Охрана, уберите его. Нет, слишком добрый ты. Пока не звезда. Ну, пока не звезда. Да слава богу. Да слава богу. А ты можешь сказать, вы знаете, я не даю интервью, позвоните моему продюсеру. Знаете, я не даю интервью, позвоните на моему продюсеру. Позвоните в Нана продюсеру, в Нана. Барри Алибасову. Ну, да, продюсеру, это у меня нет продюсера, а вы говорите про. И последняя проверка на звезду. Скажи, это точно моя песня, это я ее написал. Это точно моя песня. Я ее написал. Да я ее не написал. Что за выдумки? Да, что за выдумки, действительно. А к тебе подходят на улице, узнают тебя? Ну... В некоторых помещениях, да, но на улице тоже. Это в каких-то очень маленьких замкнутых помещениях? Нет, они не замкнутые, но это... Они не замкнутые помещения, но они там... Но меня там люди узнают. То есть мы когда идем по улице, встречаем одного, и вдруг он говорит... Он меня поздравляет с тем, что у меня была красивая съемка тогда. Ага. И тогда что происходит? И что происходит тогда? Я вообще становлюсь в шоке, потому что это вопрос. Да, Александр, да вам голову просто снесло. А мне кажется, ты пару зубов потерял с тех пор, как я тебя видел, да? Нет? Или один? Два. Саш, ну ты нас пленил, поразил, конечно, своими знаниями. Ты что-то глубокими. Учишь? Глубокими. Глубокими знаниями. А что ты нам сегодня исполнишь? Ну, песню Фрэнка Синатра «Strangers in the Night». Это ты специально для нас выучил? Понятно, не для нас. Я не знаю, как... «Strangers in the Night». Ну, не так уж я плохо пою, чтобы так закрывать ухи, сказал я. Ухи. Пообщался с детьми. Не закрывай ухи. Ну что ж, чарующий, щербатый баритон Александр Белерян, «Strangers in the Night». Пойдем.
Александр Белерян! Спасибо, Саш!